кузница, что ли, была? Не знаю, что, печь какие-то, походу. Смотри, провод, не знаю, напряжение у них. Не исключено. Там дверь какая-то. Здесь плитка. Сортир бывший. Ну, здорово, здорово. Обалдеть, раковина еще целая. Интересно. Это туда, скорее всего, должны открываться двери, а не сюда. Они не хотят. Тут все повырывали. Ну что, мы дальше дали вас сюда запустим. Да. Чтобы жить как даже вот через 10 лет. Не, смотри, бревно зачем сюда спрятали. Думал, вот, может, там лаз наверх есть. Двери свеженькие. А там мы уже были, давай теперь сюда. Смотри, тут бревна какие валяются. Жесткие. Уверен? Точно? Слушай, это котельная, походу, была, потому что, походу, вот это... Трубы здесь срезали вообще. Слушай, это котельная была. Не знаю, короче, что там, залезть не могу, но посмотрю вот так. А там нет ничего. Вот она заканчивается. Это она же не просто так здесь для кого-то стояла. Она же работала тут для кого-то. Вот по ней сейчас и пройдемся. Вон еще одно, по-моему, строение какое-то. Дремучий лес. Смотри, видишь, трубы туда идут. Они же не просто так туда идут. По-любому. Понимаешь? Соответственно, там что-то было. Слышь, Дэн? Угу. Трубы туда идут. Значит, там что-то было. Вот здесь тоже, смотри, трубы вырезанные.